Всем привет! С вами Виджи Света из группы Армия. Спешу разделить радость от приближения лета со всеми зрителями нашего канала. Какой будет последняя неделя весны и какими музыкальными событиями порадует нас, узнаем в этом выпуске Муз-прогноза. Итак, поехали! «31 мая в клубе «Толстой» состоится грандиозный концерт заслуженных оленей страны юморной и колоритной группы «ТИК». Их поет вся страна – от домохозяек до шахтеров, от высокопоставленных чиновников до парней со двора. Песни трезвого и культурного коллектива из Винницы мега популярны и по-настоящему народны. Лучше всего о коллективе и о том, чего зрителям ждать от концерта «ТИК» в Киеве, сказал его лидер Виктор Бронюк. «ТИК» с первого дня своего существования пропагандирует традиционную винницкую музыку. Подолье – удивительный край на пересечении культур, где между Бугом и Днестром рождается музыка, наполненная украинским благозвучием, умноженным на молдавский запал, смешанная с проницательной еврейской тоской и насыщенная цыганским весельем. По его словам, современные люди сейчас присыщены телевизором, компьютерами и радио, и так хочется дать им чего-то живого и настоящего. После концертов «ТИКа» зрители выходят счастливые из зала, откровенно искренне благодарят Бронюка и компанию за то, что зарядили положительной энергетикой. История творится каждый день. Каждый день «ТИК» творит и работает для вас. И если вы узнали, что группа «ТИК» будет выступать в вашем городе, обязательно приходите, с ними есть о чем поговорить. 31 мая. Киев. ТИК. Первого июня в киевском клубе «Стерео Плаза» состоится грандиозный концерт в честь 20-летия группы «Грин Грей». Поздравить музыкантов придут их коллеги и друзья – Горчица, Скай, Скрябин, Диверсанты, ТНВК и другие герои рок-н-ролла. «Грин Грей» – это группа, культура, социальное движение и образ жизни. За 20 лет в рок-н-ролле участники группы изменили формат музыки и ее восприятие в Украине. «Грин Грей» показали, что можно и нужно радикально отличаться от других, круто играть, одеваться, задавать тон и стиль, диктовать правила и музыкальные вкусы. Сегодня на концертах группы можно увидеть 3-4 поколения. Фанам «Грин Грей» от 14 до 60. Весной 2013 года «Грин Грей» открыли новую страницу, начали работу с детским фондом ООН «Юнисеф» и презентовали сингл социальной направленности «Помогите найти». Астросоциальные персонали Дизель и Мурик выйдут на сцену столичного клуба 1 июня в большой компании героев рок-н-ролла Горчица, ТНМК, Друга Река, Скрябин, Эсуматик, Скай, Диверсанты, Форфоника. Будут звучать хиты и новые песни, а после большой концерт превратится в звездную вечеринку и рокотеку до самого утра. Пропустить это уникальное действо невозможно. 1 июня. Киев. Грин Грей. Главным украшением поздней киевской весны неизменно является киевский международный автосалон «Сиа-2013», который в этом году пройдет уже 21 раз. С 29 мая по 2 июня международный выставочный центр на Левобережной распахнет свои двери для всех автолюбителей, а также профессионалов автомобильного рынка. Подготовка автосалона в самом разгаре. Киевское мотор-шоу станет ареной для презентации премьер 2013 года от многих автомобильных брендов. Шоу-программа «Сиа-2013» включает автомотоспортивное шоу, соревнования и показательные выступления мотоциклистов, стантрайдеров, автомобильный дрифтинг, шоу «Time Attack», картинг-драйвинг, параллельный слалом, трюки на автомобилях, дрифт-такси и другие яркие события от команды «Ready to Race». Традиционные шоу автомобильного тюнинга и автозвуковое шоу дополнят гамму впечатлений. В рамках международного автосалона «Сиа-2013», самого ожидаемого мотор-шоу страны, которое состоится с 29 мая по 2 июня в Международном выставочном центре, главный танцевальный телеканал страны приглашает на зажигательный концерт Music Box Drive Party. Отличное настроение гарантируют Наталья Гордиенко, Махно Проджект, Влад Дарвин, Алеша, Дилайс, Диана Миро, Окси, Ярослав и Макс Барских. Не пропустите удивительное шоу украинских артистов от главного танцевального телеканала страны. 1 июня. Киев. Music Box Drive Party. 16:00. Лана Дель Рей впервые выступит в Украине. Американская певица, автор-исполнитель, обладательница нескольких музыкальных премий впервые приезжает в Украину и Россию. Пропустить такое событие вы просто не можете.
Запланированное на 2013 год турне, помимо шоу в Германии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, будет включать концерты в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге. На сайте исполнительницы указано, что билеты практически на все европейские шоу уже распроданы. Ее выступления на фестивалях, проходивших летом этого года, собрали много положительных отзывов. Лана представит программу из своего нового альбома «Born to Die – Paradise Edition». Ее альбом «Born to Die» 2012 года ворвался на вершины хит-парадов 11 стран и дважды стал платиновым. Было продано более 2,5 миллионов копий по всему миру. В Великобритании пластинка стала самой быстро продаваемой. В США заняла второе место в чарте, а в России – четвертое. Основу нового релиза составляет материал из этого альбома, плюс добавлено 8 новых треков. Музыкальные критики сравнивают ее с такими дивами, как Эми Уайнхаус, Адель и Нэнси Синатра. Она получила награду Brit Awards как лучшая международная новая исполнительница и Ivor Novello Awards – главный британский приз среди композиторов за лучшую современную песню. Какими наградами одарят американку украинские поклонники, остается только догадываться. А в том, что это будет незабываемый концерт, можно быть уверенными на все 100%. Партнер единственного концерта Ланы Дель Рей – телеканал Music Box. 10 июня, Киев, Лана Дель Рей. Такими будут музыкальные события на этой неделе. А я желаю вам только искренних улыбок и настоящих эмоций. Также всех зрителей нашего канала хочу поздравить с Международным днем защиты детей. Ведь дети – это наше будущее. А вот о будущих событиях Украины и Европы мы расскажем вам в ближайшем выпуске. С вами была Виджи Света из группы «Армия». До новых встреч. Пока.